Всем привет! Продолжаем изучать Феникс, и сегодня поговорим о так называемой аутентификации. То есть аутентификации через серверы. Когда веб стал активно развиваться, собственно, обычному пользователю заполнять на каждом сайте, на котором он заходит, имя и пароль, это ужасно непрактично. Это получается, нужно помнить большое количество паролей, либо что делать? Либо нужно их куда-то складировать. В любом случае, это крайне неудобно, и со временем стали появляться такие библиотеки, как AUT, то есть аутентификация через посредника. AUT. По своей сути, все представляют следующий вариант. Клиент делает на сервер запрос. Вот ему отобразилась страничка. И там где-нибудь зарегистрироваться с помощью Твиттера, зарегистрироваться с помощью... чего там еще может быть, Фейсбука, зарегистрироваться с помощью LinkedIn и так далее. То есть возможностей множество. Мы сегодня разберем с помощью GitHub. То есть вы с вашего сайта оставляете возможность юзеру зарегистрироваться с помощью некого большого посредника, который везде. И обычно это большие агрегаторы, своего рода, где очень большое количество пользователей, и они стали предоставлять такую возможность воспользоваться вашим сайтом, они вам предоставляют воспользоваться, скажем так, credential, то есть теми данными, которыми юзер заполнил. Значит, зашли на вашу страничку, да, там эта ссылка. Ссылка ведет в итоге на аутентификацию тому серверу, который вы запросили. И затем идет обратный редирект. То есть вы зашли, там форму заполнили и обратно редирект на ваш к тому сайту, с которого вас отослали на сервер. И вот когда шел редирект, этот внешний источник, да, вот этот вот посредник, он передал всю информацию, которую посчитал нужную и на которую юзер согласился, чтобы передать вам на сервер, и вы можете с ней что-то сделать. Так, чтобы это все было еще подробно, так, давайте я покажу, как все это выглядит у меня. Так, я буду делать через GitHub. Через GitHub, кто хочет тоже сделать, как я примерно, значит, идем на свой аккаунт GitHub, сеттинги, вот ваша страничка, development setting, и здесь мы создаем какой-нибудь ваш application, например, все что угодно можете написать. Кайко Про. Homepage, все что угодно можно написать. Это не принципиально. Описание, опять же, все что угодно. Тест, аут, версия 2. А вот здесь нужно будет прописать особый callback, куда вам будет возвращаться данные. То есть вы перенаправите юзера, вот в данном случае у нас будет перенаправление на сервер GitHub, этот сервер GitHub возьмет данные, которые у него там есть на данного юзера, и перенаправит к вам.
а куда перенаправлять. И именно вот здесь вот нужно указать адрес. Поскольку мы будем уже пользоваться готовой библиотекой, нам нужно будет прописать стандартную готовой библиотекой для начала и, во-вторых, локальным хостом, да? Я уже забыл. Вроде два слыша, да? HTTP, localhost и out и callback. То есть вот этот путь, он суперстандартный, он идет из библиотеки, которую мы чуть позже скачаем. И registration application. Так. То есть, если что, вы можете путь еще подправить. А, я еще, кстати, забыл, здесь 400. 4000. У меня же поэтому... Так. Здесь что важно? Нужно будет подцепить вот этот ID и client secret захватить. Ладно. Вот я показал. Показал. Как создать. Можно свое приложение. Эй, а где мои аппликейшены? А вот мой тест. Вот мой тест. Вот он. Все то же самое, вот все то же самое. Ладно, вот вы зарегистрировали, да? Зарегистрировали приложение на внешнем сервере. Это вы будете делать на Фейсбуке, на этом, на Гугле, все то же самое. Поехали. Теперь дальше. Поехали. Что нужно? Нужно будет зайти, собственно, на эти... на библиотеки, которые нам нужно было. Так, я немного запутался. Так, это мне не нужно, сейчас я закрою. Это я чуть позже поговорю. Ладно. Вот есть такая библиотека UberAuth. Ну, пусть будет UberAuth. Мы заходим вот сюда и устанавливаем себе dependency. И добавляем в application вот это. И затем идем. А, вот это где было. Затем идем под версию Uber GitHub и делаем то же самое. Подключаем. Хотя, может быть, я зря это делаю. Может, тот основной Uber все включает. Так. Давайте я загляну. По идее, этот большой Uber должен все включать. Ну да. То есть вот провайдеры, то есть это не обязательно. Ладно, я сделал, я просто пример смотрел, там обе эти вещи подключаются. Ладно, это все не важно. Короче говоря, берем, подключаем, пока это не важно. Вот берем наш GitHub, берем, значит, подключаем зависимость и в dependency. Сейчас я покажу, как это у меня в проекте. Вот они. Вот. И вот я добавил в extra application вот эти две штуки. Сделали, да? Здесь еще важно добавить библиотеку Poison. Библиотеку Poison, возможные проблемы будут. Короче, не может раздекодить, немного странно.
Там у нас JSON же, по идее, есть для декода. Ладно, они просили меня, короче, и я воспользовался. Здесь подсказка, они предлагают вот просто заинклюдить вот этот поиск. Ну, что я сделал? Окей. И теперь у меня стало работать. То есть это, возможно, проблема, если использовать только голые библиотеки и Феникс. Ладно, добавили мы эти библиотеки, и вроде как с основными dependency разобрались. То есть разобрались, как создать приложение на GitHub и dependency подключить. Дальше поехали. Теперь смотрим прямо, вот идем вот по этому гайду, который относится к GitHub, и делаем все, как они здесь есть. То есть dependency, GitHub, идем в наш конфиг и добавляем вот эту штуку. Идем в наш конфиг и добавляем вот эту штуку. Вот. Я еще сразу еще добавил default public repo notification. Здесь calling depending on configure URL you can initial request through. То есть by default request и бла-бла-бла. То есть явно указал некий дефолтный. Некие дефолтные запросы, да, свойства, которые я хочу вытянуть. Окей. То это сделать. И затем нужно еще указать вот эту штуку. То, что вот я вам показывал в этом, как называется, там, в application, когда вы зарегистрируете свое приложение на GitHub, у вас вот client ID и client secrets выдаст. Ну и, собственно, здесь указываете, и все. Здесь указываете, также добавляете сюда явно. И все окей. Настройки основные сделаю. Дальше поехали. Так. Это сделали. Теперь контроллер. Вот этот pyfro мы добавим немножечко в другом месте. Вот этот плаг. В принципе, можно и здесь, но явно в другом месте добавим. То же самое сделаем. Сейчас покажу. Сейчас главное вот регистрируем точно такой же. Вот прямо копируем, копипастим и вставляем. Только здесь вот out контроллер, да, я создал немножечко другой контроллер. Ну, как, то же самое, но так, где этот routes. Вот, только out контроллер. И смотрите, вот этот get и вот get. Вот этот провайдер, да, он здесь... Поскольку провайдер же может быть не только GitHub, поэтому здесь и как переменная. И нам нужен обязательно callback. Вот этот request нам реализовывать не надо. Это за нас уже реализуется. Дальше. Вот это нам нужно будет реализовать. Теперь идем в наш контроллер. Который я создал, соответственно. И вот здесь я и добавлю плаг, чтобы оно было более явно, более четко видно. И в самом верху помечаем этот плаг, uberoad, через который у нас все соответствующие запросы зайдут. И здесь нам нужно вот этот callback определить. Есть еще отличный пример, то есть uberoad, example, ссылку оставлю. В принципе, вот вы можете посмотреть, вот здесь плаг, контроллер подключается... Хелперы. Вот это не обязательно определять. Не обязательно. Так, это delete. Дайте я вот это скопирую. Так. И добавлю сейчас сюда. Ой, get
Exit. Delete. Так, это чтобы выйти мне. Короче, вот здесь примеры есть. Давайте я продемонстрирую общую идею, как все работает, а затем посмотрим по примерам. По коду, вернее. Писать я код не буду, просто расскажу основные моменты. Здесь, в принципе, не так уж и много. Поехали, значит. Ладно, это оставим. Значит. Ой-ой-ой-ой. Так, как это называется-то? Mix but PHX сервер, да? Ошибка у меня есть. Ошибка. Так. Route as pass should begin with a forward slash. Так. Где это? Окей, и вот здесь я еще добавлю явно не по корневому, а не люблю такой, не люблю вот такие пути. Люблю явно вот так указывать. Так. И подниму по новой серверу. Так, отлично, все хорошо. Поехали. А localhost 4000. Ну, для начала можно просто показать. У меня здесь никаких кнопок нет удобных. Никаких кнопок нет удобных. Поэтому все делаю через строку. Вот мне надо просто ссылку создать, кнопку, чтобы меня переадресовывало на GitHub. Так, вот меня кидает на внешний сервер, и вот здесь юзер может посмотреть, в принципе, какие данные он отдает. Он может все это дело проинспектировать. Если ему не нравится, он просто не будет логиниться. Все. Мы говорим, окей. И меня перебрасывает, и... Та-дам! Зарегистрировался. И вот такое объявление, welcome back, и я использую e-mail, который мне GitHub переслал, я его сохранил в базу данных, и теперь могу его использовать. Ну и выйти, out, exit, да, я там назвал. О, а у меня здесь объявление никакого не сработало, там же объявление было. То есть я же вышел. А почему объявления нет никакого? Put flash. Все правильно сделал. Put flash info. You have log. Put flash info. А почему не выскочила вот эта мне надпись? Здесь info, здесь info. Почему не захотелось, а? У меня же есть здесь этот... Ладно, не понял. Смысл в том, что как бы все работает. Я даже могу посмотреть куки. Давайте еще раз войду. Вот вошел. Вошел, вошел, вошел. Причем здесь... Как это называется-то? Юзер, он... То есть GitHub не стал сейчас меня спрашивать. Вот, кстати, вот эта кука. Большая длинная кука, которая относится.
Вы заметили, что мне не нужно было второй раз подтверждать. Если вы хотите реально выйти, то есть вам нужно будет зайти на ваш сервер, на ваш этот никнейм и в папочке application, то есть вот, где вы авторизированы, вот можно взять и вручную рывок сделать. Рывок. Ну, давайте снова. Так, out. GitHub. Вот, на сей раз меня перебрасывает. Я говорю снова, да, я хочу сюда. И вот на сей раз меня перебрасывает уже. И вот, окей, welcome. И exit. Ой, out. Не, я все-таки не понимаю, почему мне объявление не выскакивает. И, собственно, кука исчезла, то есть сбросили с куки. Ладно, отлично. Ну, главное, все работает, и это уже не принципиально. Хотя мне не нравится. Put flash, info, welcome, you log out, не понимаю я. Delete, то же самое. Exit. Ладно, боксинг. Значит так, ну, возвращаемся теперь к снова коду и то, с чего мы закончили. Мы закончили с тем, что нужно нам вот такие вот здесь пути прописать. Теперь немножечко отвлечемся от этого и вернемся к модели. Значит, вот у меня файл миграции, чтобы просто создать. Email token provider. Ну и время с апдейтом. Теперь я создал модель. По соответствующим полям. И, ну и change set простой сделал. Здесь вообще все по минимуму. Такс. Дальше этот репозиторий тут не нужен мне. Это тоже лишнее. С этим мы уже разобрались. С конфигом мы разобрались. Так, с миксом разобрались. Ну и вот, значит, там последний файл, с которым нужно разобраться, это callback. Основная delete мы уже посмотрели, это просто сбрасывает сессию и делает redirect. И, собственно, вот две основные функции. Вот основная функция и две вспомогательные функции для входа и не входа. Для входа. И чтобы забить юзеров в базу данных. Окей. Callback. То есть, когда сервер нам отправит запрос, он сделает вот по этому адресу out callback, да? Вернее, out provider callback делает ответ. Делает ответ, и там будет мапа connection. И нас интересует там поле assign. Поле assign будет. Вот я его здесь вывел, и можно посмотреть, что нам конкретно GitHub в данном случае передает. А передает, как видим, весьма много интересной информации. Но нам здесь важно, что он токен еще передает. Так, какой запрос был? Можно разные интересные данные посмотреть. Фолловеры, бла-бла-бла. Ну и так далее. Так далее. Такс. Ладно, в принципе, здесь для нас не особо ничего интересного. Нам самое важное суметь вот отсюда вытянуть данные, которые мы занесем непосредственно в базу данных. Базу данных, а что мы должны вытянуть? Мы вытянем токен, email и провайдер. Провайдер к нам придет вместе с этим, с параметрами. И можно вместо того, чтобы копаться в этой большой
в этом большом стракте мы вытянем из параметров его. Так. Вот они, вот приходят, вот параметры вот такие приходят. А, то есть мы провайдер отсюда выкинем, а токен email. Токен у нас заходит в credential. Credential. А email у нас находится в info. В info. Ну и вытянули, собственно, сделали, да? Теперь организуем стандартный чейнсет, передаем данные, ничего особенного. И теперь с этим чейнсетом нам нужно поработать отдельно. Сперва у нас основная функция signIn, то есть войти, которая будет использовать вспомогательную функцию signIn. Прежде чем делать sign in, да? Я пытаюсь. То есть я ведь хочу сейчас сохранить базу данных, возможно. А может, мне не надо. А прежде чем сохранять базу данных, я хочу посмотреть, а есть ли у меня такой юзер с таким e-mail, с таким провайдером. Причем именно с e-mail и провайдером. Потому что провайдеров уже может быть несколько. То есть я не могу просто взять и жестко повесить e-mail unique. То есть мне нужно рассматривать связку e-mail и провайдера. Потому что e-mail может относиться к нескольким провайдерам. Может, и юзер вот такой вот у вас попался, что ему сегодня через GitHub удобно, завтра через другое. А вы его возьмете и так ограничите по e-нику. Нет, так не нужно сделать. Собственно, вот этой строчкой я пользуюсь репозиторием getby, и здесь передаю параметры, по которым я хочу найти. Здесь даже мы можем где-то проинспектировать, какой запрос сделал. А, вот, смотрите, select, какие поля достанутся, достаются абсолютно все поля. И from user, where, и, собственно, вот email и provider. И здесь явно указывается, по каким параметрам мы делаем. Окей, если нашел, то... если не нашел, то тогда мы пытаемся вставить. Естественно, вставка произойдет успешно в зависимости от параметров. Поскольку мы же используем чейнсет, у нас может быть там все плохо вот с этими провайдерами, e-mail'ами, валидейтами. Теоретически плохо. Поэтому мы используем тут insert, и здесь будем инспектировать. Там два возможных варианта: OK user и error chainset, ну, согласно вот этому. Второй вариант — это когда у нас все-таки такой юзер в базе был, мы просто возвращаем OK user. OK, это была вспомогательная функция первая. Теперь вторая вспомогательная, основная. Значит, мы пытаемся вставить или апдейтить. Значит, так, вот юзер, значит, все успешно у нас вставка произошла, да? То мы что делаем? Мы говорим welcome back, но мы видели, да? Заносим в сессию куки и redirect делаем. А если все неудачно, все плохо, да, то sign in bad error и redirect на главную. Ну, вот так вот по-простому. Вот такой вот простой вариант. Вот такой есть простой вариант, как мы можем воспользоваться внешним сервером для аутентификации. Здесь можно посмотреть пример, и вот этот пример, в принципе, он весьма хороший.
Все понятно. Никаких проблем не должно. Можно еще рассмотреть случаи, когда ошибка происходит. То есть вот этот callback, например, добавить, где UBRE failure. То есть, в принципе, может быть такое. И что вы делаете? А не только когда success. То есть вот можно flash, бла-бла-бла, reason. Find or create. Ладно, пример оставлю. То есть все ссылки оставлю. Можете посмотреть. Поэтому и свой код я выкладывать особо не вижу смысла. Пример здесь отличный. То есть просто проинспектируйте его. На этом все. See you next time. Изучаем. Феникс. И вот сейчас see you next time.